такой разговор. Спасибо, благодарю. О, привет, Никита, привет, рада тебя видеть. О, Кинг, ты еще тоже здесь, здорово. Рада вас видеть. Ребят, блин, 50% есть пока. Так, что у меня, привет. Зарплата тоже не забудьте, Сой. Конечно, я тут, куда я денусь. Ну, ребят, я рада, что вы здесь, в гостях, так сказать. Так, осталось 10 минут. Так, пойду я дверь закрою сюда, чтобы дети не ходили. Так, одна вон уже летит, там что-то плачет. Как у вас дела, ребята? Всегда улыбайся. Гизгин, спасибо. Я вроде бы и так всегда с улыбкой, но был, да, один день. Тут просто прорвало. Но с такой ситуацией, как не, как сказать. Ну вот, так случилось, короче. Но, слава богу, пронесло пока. Так что так, в субботу жду тебя. У меня часть, когда мы будем пить. Ага, хорошо. Зайду тебя поздравить, да? Суббота уже у нас, что, уже первое, второе? Первого у тебя день рождения, правильно? Ну да, что тут у нас осталось-то? Хорошо, я постараюсь. Ту-ту-ту, как ты, красотка, Яник. Ну, как видишь, сижу в хорошем настроении. Вроде все хорошо пока. Надеюсь, так и закончится. Да ладно, Тимур, у тебя тоже завтра день рождения. А, у тебя завтра. Привет, офигеть, ты прекрасно такие глаза. Вы про эти глаза? Или про другие? А, просто мужчин глаза можно воспринимать по-разному. Так, в кавычках, какие у вас глаза? Hello. Так, Тимур, я удалю. Она вообще девчонка огонек. Ага. Фитилек этот. А, как его? Бенгальский огонек. Давай, чего давать? Девка пожар. РДВС 29, спасибо. Без лишнего. Реально красивые глаза, очень голубые. Спасибо. Мать природа постаралась. Ты пап с мамой. Кого ты удалил? Обалдел. Кто там? Никого не надо удалять. Пока мне никто плохого не писал. Ты откуда пожар потушить? Как тебя, что так ярко не горело? Сосед поделился. Ага, спасибо, Кинг, спасибо. Я из Липецка, родилась в Казахстане, но я русская. Я просто на эмоциях. Это мой первый батл. Он, конечно, сейчас пролетит просто махом. Вот, ну, так-то это. Ничего, я даргинец, любитель денег и их тратить. А кто такой даргинец? Ну, деньги мы все любим и тратить тоже. Ох, я вообще, знаете, на что потратил? Папе, мать, за любовь, лет жизни, тебе всего самого. Спасибо, Рустам, спасибо большое. Тебе всего самого хорошего, главное здоровье тебе и твоей семье. А, дали мне деньги, я сейчас пошла, купила себе плойку, утюжков, профессиональных ножниц. Ну и даргинцев из много бывает. Понятно. Купила бы себе профкосметики, еще докупила. Вот. И пошла бы работать.
Поехали покупать. Поехали. Заезжай. Так. Обязательно Дайсон. Да хватит. Нет, есть много других утюжков. Всю блузку поправь. На нос натянуть. Вообще, ты сегодня не в блузке. Какие у меня широкие плечи. Я качок. О, господи, что я несу геолокацию кидаю. Безор, привет. Привет, привет. Как дела? Я надеюсь, сейчас будет тут пожар. Здравствуйте. Да, широкий. Вот это моя проблема. Просто я как... Не прям такая явная, конечно. Ну, ничего. Мне это жить никак не мешает. Не все, конечно, подходит. Как ты думаешь обо мне? А что я должна об вас думать? Надеюсь, ты водить можешь машину. А кто пока ты покупать будет, я не вытерплю, выпивать буду. Да, я умею водить. А Джоан Перес, спасибо. Спасибо, Джоан. Оставайтесь с нами, пожалуйста, до конца. Вау, спасибо. Класс. Джон, придержите их на 10 часов. Это вы разместите. Так. А, все. Окей, окей, окей. Супер, супер. Мне даже напоминал, кого пришла, то, что я себе оставила, типа, чтобы я не забыла, что у меня сегодня батл. Телефон прислал мне, показал. Так, как будем сидеть? Как я сидела или вот так? Как вам? Малая, спасибо. Так, Тимур, удаляй. Оксан, это я, Кингстон, профи, глава семьи. Подпишись взаимность. Это оставайся так же прекрасно. Сильно спасибо. Так. Чем могу вам помочь? Оставайтесь здесь до 10 часов. 10 начнется батл. Поддержите меня, пожалуйста, подарками. Ой, благодарю, Никит. Благодарю. Ой, ну Джоан не перестает. Джоан, продолжайся в том же духе. Еще минут 15. Ой, вот, пришел меня поддержать кисуня мой. Правда, это не мой, а мужа. Он его притащил. Говорю, зачем? Он говорит, пусть будет. Да, трактор? Чё-то я своих девчонок не вижу. Тимур, где они? Сбегай в группу, напиши, пожалуйста. У меня 12 же, я спать, у меня рабочий обед, я спать. Ох, Рустам Мухумаев. Очень жаль, что вы уходите.